3 июня 2022 год, Одесса. У нас началась воздушная тревога в 21:01. Через час где-то в телеграм-каналах сообщили, что вылетели ракеты с Крыма. И буквально после сообщения были слышны взрывы, такие мощные. Потом вроде как появилась информация, что это что-то сбили, ПВО сработало. Вот. Ситуация очень напряженная, тревога продолжается. Остаемся в укрытии, берегите себя и близких. Я на связи.